Во второй школе города Видное состоялось открытое первенство Ленинского района по художественной гимнастике. Соревнования вызвали большой ажиотаж у участников. Помимо юных спортсменок из Ленинского района, воспитанниц школы Олимпийского резерва «Олимп», на турнир приехали девочки из других городов. Всего более 150 человек, разделенных на возрастные группы от 5 до 11 лет. Команда «Химки», «Две Москвы», «Апрелевка», так, «Вологда», «Павлопосад», мы, «Домодедово». Ну вот, и больше мы не можем пока поместить. Даже новый большой спортивный зал школы не смог бы вместить всех желающих. Художественная гимнастика – самый женственный и изящный вид спорта. В нашем муниципалитете с каждым годом он набирает все большую популярность. Юная видновчанка Даша Баклыгина подготовила для соревнований номер «Кузнечик». Мне больше художественной гимнастики нравится то, что там ты тренируешься каждый день, и это очень радует человека. Все девочки серьезно готовились к соревнованиям и, несмотря на возраст, подошли к делу со всей ответственностью. Тренировки у нас каждый день, то есть с понедельника по пятницу ежедневно у нас тренировки. Гости из других городов отмечали высокий уровень организации турнира, а многие мамы признавались, что сами в детстве мечтали стать гимнастками. Теперь по этому пути идут их дети. Захотелось так. Захотелось, скорее всего, воплотить свои, наверное, мечты. По итогам состязаний спортсменки из Ленинского района заняли 8 первых, 12 вторых и 10 третьих мест. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.